С радостью хочу вам сообщить, что теперь в моем магазине Goodwin Shop появилась возможность пополнять баланс Steam с очень привлекательной комиссией. Также вы можете купить игры, которые заблокированы на территории РФ. Ссылка в описании. Всем доброго времени суток, ребят. Давненько мы не виделись в таком формате, уже больше месяца. Да? А то и больше. Я даже себя как-то некомфортно чувствую. Все стримлю от обычных записей. Я отвык. Что ж, пришло время потихонечку воскрешать канал Goodwin Life. Будут, как я и говорил, серьезные изменения. Будут приходить новые люди. И вот сегодня у нас уже с нами играет два новых человека. Это Никита и это Даня. Вот. Да, всем привет. Вы в свое время присылали анкеты. И вот как раз и Никита, и Даня, они как раз таки люди, которые присылали свои анкеты и прошли, скажем так, начальный вот этот вот отбор. Также в будущих роликах будут появляться также другие ребята. Ну и посмотрим, кто по итогу лучше всего приживется. А вот. Сегодня у нас стратегия на снайпере, тересканду, рапере. Будем каков шотать, с одного выстрела стараться. Блин, я что-то вообще так... Как в первый раз. Ручки дрожатся, ну? Да, ну, не знаю, что-то как-то... Еще и фарион что-то дынает, да, подрагивают, я что-то отвык, потом приехал. Блин, капец, я как будто в чужое тело вселился. Флэшбэк, легендарный. Я в чужое тело вселился, ужас. Вьетнамский флэшбэк. Да, давненько в этом треугольнике тоже не стрелял. Лёва уже успел все себе работу найти, ну точнее вернуться или как? Ну да, уже работа. Здесь Дота же, по-моему, да? Ну сейчас в Доту я вообще практически не играю, ну да, вместе. Ну я в дедлок просто забить не могу прям. Сейчас еще Silent Hill, дедлок, ну прям, не знаю, на Доту сейчас прям не очень. Пора в родную Боту вертаться. Да. Не, я не хочу Доту, так же люблю. Кстати, хочу напомнить, что я единственный кудрявый парень на этом канале. Ну да, подтверждаем, конечно. Ну что, мы все обо мне, да обо мне. Вот давайте у новеньких спросим, в чем они занимаются. Кто такой Никита? Я сегодня кудрь завел, но я так-то не кудрявый, конечно, но... Вот, поиграем Доту. А я вот знаешь что? Я иногда... Попрошу у Хедвика ставить на монтаже анкеты вот, ну, по итогу человека, который вот сейчас на записи. Да, Никиты, Дани, вот. Мне чисто сальтуха. Сальтухой. Мне кажется, это лишненькое добавлять такое. Надо бы перезаписать анкеты. Подожди, ты можешь вот мы каждую запись, вот если ты будешь на запись приходить, вот Санёк говорит, всем здорово, и ты сальто делаешь. Вот у меня есть типа воздушный поцелуйчик. На это и был расчет вообще. У каждого своя фишка. У нас получается есть ответственность за анекдоты. Вот ты будешь главным по сальтухам. Кто главный за анекдоты? Ну, Влад в свое время был. У нас еще главный за катану появился теперь. Да, тут главный по катане. Кстати, тут на место Влада это конкуренция уже. Там в анкетах был человек, который анекдоты рассказывал, он тоже. Про мух? А я уже не помню. Так гвозди. Да заказ, я просто помню анекдот. А я не помню. Так ты же, Егор, это пью за него? Я тоже не помню. Я вроде выбрал каких-то тески, ну все. Капец, мы хоть в какого-то Гудвина играем, что за хуйня? Мне тут спруты и санстрайки летят. Под спруты. Так, а чё мне, по сути, надо брать-то? Дейдаусы и всякая такая. Рапирим, да нет. Сразу же. Ну канду нужна мне на первые деньги, я думаю. Ну да, канда рапира. Ну, блин, был бы я, конечно, с другим аспектом, на быстрый угон с шкапнели. А мы у него бьемся? Бьем. Твоя мнета. Вордворд 70. Уволен. Зима. Ну так ожидается. Так, ну все. Перезапись, увольнение. Как же этого человека, я его не знаю. Его не было. Ай. Пойдет. Да, супер. Я тогда шепнул. Сальто не спасет. Даже сальто не спасет.
Хотя... Мы вот с Данилом, кстати, стакались до этого. У меня есть небольшой опыт соло-стояния уже. Не, подфидить на этом канале всегда приветствуется. Резко рубли, надо, рубрика. Надо, отдаем на 40 тысяч. Надо знать момент, когда подфидить. А то потом будет... Нафиженный бежный. Я не знаю, ребят, мне кажется, я на стримах такую... такую закалку прошел на схемах, что у меня подобным уже невозможно себя выбить. Какой я же вчера... больше всего запомнился? 4000, я чуть с ума сошел, ты сука, короче, у меня же стрик был на стриме, я 37 побед подряд без поражений, и вчера он прерывался, сука, такие пивные типы попались, ужас, мне аж стало в моменте. Я думал, все, я больше не тильтую. Я был наивен. Я был очень наивен. Ну, как ты можешь видос сделать, мне кажется. Так, у меня сейчас... А что за тебе попались? Да там тройка Скаймак, саппорт Фантом Ассасин. Я ошибочно взял, короче, себе этого. Геокоптера в мид. Ну, то есть взять персонаж, который все-таки не заснул более жестко. Какой самый добрый рейтинг? Самый добрый рейтинг, ну, 2000. То есть, там реально ребята играют под пиво. А я из-за того, что мне стрик не хотел терять, я из-за этого-то расстроился жестко. А так, самый приятный, да. Там ребята прям вообще прям под бархатным играют. Они сами такие это бархатные. Это до скольки у тебя рейтинга? Ну, сейчас до 2200. Нормально. А дабл-даун это как там мутаешь? Да, я все их с дабл-дауном играл. Ну а чё, типа, я... Да, там ребята опасны, у них какая-то своя стратегия, они... Скруты плюс санскай, кстати, и Фурион испарився куда-то. А Фурион медовый, да? Он ко мне прилетел. Да. Подожди, а чё они там... Он рунку нашу воровал. Он бандит. Так, у меня, кстати, уже есть этот, как там, фиоктерия. Я могу неплохо так зарядить. Силы света укрепили свои сооружения. С ГДшкой. Да, у меня шрапнель, Макс. Какие лапки кидануть? Да, давай попробуем. Что-то у меня подладивает, как будто. Чуть-чуть есть. Боки пролежит, как я давно стаки не фармил. Это так приятно. Вот не ценил, пока имел, да? Еще и подам пауэром, жесть. Я в какую-то другую, похоже, игру до этого играл. Ладно, мне нрав, мне нрав. Что-то надо подэкспресс. Давай. Подэкспресс. Подэкспресс. Что подэкспресс, это крипа. Сейчас нужно еще новые рубрики вводить. Сейчас мы сначала пощупаем новых людей, потом уже начнем новые рубрики щупать. Все постепенно. Так, Фурион на меня. А, под волшебством бандит. Ну-ка, а сможем-ка мы его... У него смог, кстати, еще. Терпим, бандит. Я с ультой, если что, с радостью приду еще куда-нибудь. Но не сейчас уже вижу. Кинул от нашего мамы. А кто-то инвокера видел загулявшего? Нет. Я вообще инвокера не видел. Это пятерка вокер получается? Да, да, да. Походу он тоже там начал стакать. Или лесной. У него там два резбенда. Я появился, кстати, появился. Герои у них необычные для этого рейтинга. Баймарки. Стопудово. Надоели эти бустеры. Ах ты сучонок, Викей! О, ты видал? Смоком задоджил! Это мой ульту. Чем умер, пожалуйста? Да какая? А тут у нас лютый разброс. Тут у нас какая-то солянка из... Рокеров мне тогда. А, так там он и этот Легенда 4 есть. Там у человека почти 4000 умер. Психи какие-то, да? Да, факт минус стоит.
Не должно было, да? 400 хп, а ну-ка. Ладно, я по вайду иду. Что там в топе какая-то? Что такое в топе было? А в топе, да, на место. Какая-то суета, ладно. Нужно обновить этот ульту Свагдар на ком-нибудь. Так, на Свагдаре кто у нас? Я, Никита. А, Никита, все, я заряжаю. Пошла первая. Вторая пошла. Пошла вторая. Ну что, уже бодренько так залетает. Ну, пока... У тебя нужно будет на Свардаре купить, короче, линза Blink Sharp, что-нибудь такое. Да, хорошо, с Блинка начну. А, подожди, можно Медас купить еще, или что там? Я лечу с Аганимом. Аганимчик, да, готовкай. Поехали. Слушай, вроде, теперь в ЭГА уже такие неплохие тайминги, блин. Что же будет дальше? Без мастик с Аганимом почти. Ну такие ребята. Сейчас так. Не мешаем стакать. Хорошо очень для этого рейтинга играет Бис. Я в топ бегу, поможем. Там санстраки очень смешные. Так, а в пати 5 всегда, на самом деле, все немножко отличается. Потому что если, мне кажется, это как в боевом кубке. Если в пати есть один чел, там, легенда 5, то значит, естественно, ребята тоже будут такого примерно уровня. Неважно, сколько у них там рейтинга. Так, а варту меду сняли, да, или не нашли? Да, я смотрю. Чёрт, только гремлин не спал. Нифига, как. Дедушка фармит нас. Да, дедушка будет большой. Чё? О, это дедушка. Главное, новая регенерация отлично подходит. Можно подраться в топе с мёгом? Под регенерацию. Да, мне сейчас 12 левел нужен. Немножко не хватает. Убьешь кого-нибудь? Не будет 12. Нет, не убью. Айди Буда. Канда летит еще. Вот в чем дело. Что, не уходит, что ли? Нет, буквально немножечко. Ну ладно, давай, окей. А давай чисто замкнем. Бокер оцепляем. Слушай, ну тут и я не убил. Он меня не обновился из-за этого. Я вот урсу свечу. 5 секунд. Не вижу. Хорошо. И снайпер. А, не, у меня КД. Я думал, что дэмэджа не хватило. Ну, тоже убил, нормально. Завосхитился там. И тавер можно. Ладно, надо в рапир начинать выходить. Так, и следить за тем, что там бойдмейлы, блядь, не появились. То эти ребята, я знаю. Там пара стрельнешь, уже бойдмейлы у каждого появится. Главное без лотоса. Вот лотос как будто вообще самое опасное. Да не, вот стал. Так он отражает. Он не отразит такой дэмэдж. Он отразит от его базовой тычки. А, реально? Ну думаю, да, конечно. Он как бы тебе в ответ типа отражает. Вот, допустим, когда у чела огоним. Вот он в агрессии. Прикинь. Да, это правда. Офигеть, мешок. И следующего можно. О, это для меня, кстати. Левый. Ой, убило. Да, это ж не смотри. Меня видно, блядь, тут. Да подожди, это Макапира подсветило? Я забыл, Макапира дает вижен? Нет, варт Макапира не дает. Айспас дает. Окей. Не сможет отдыхать надо. На бот надо кому-то, да. Там вроде там еще стоит, ну. Мы никуда не торопимся, правильно? Поэтому. Я буду фармить тройку. И ТП нажимать. О, Укс есть, да, тех какой-нибудь? БФ делает. БФчик покупается. Нет. Отдайте победу пацанам. Холдим. Главное, а чтобы этот честно, не ворвал. У вас титанов много. Вы можете забрать, я думаю, мне она не так нужна. Точно? Так, три так-то. Короче, взял аккаунт подписчика и сейчас донатит, ну, другой подписчик, они вместе играют, короче, постоянно. И говорит, не забудьте отдать победу. Ну, он знает, что я на аккаунте его играю. Не забудьте отдать победу. Он, кажется, не все понимает. Не, как раз таки он понимает, это же задонатил. На Свардаре можешь забрать вот эту руну.
Который рун? Где? Не вижу. Мудрость, мудрость, мудрость. Нет, так ничего. Я вообще в боте со всеми, я не знаю, куда мне мувнуться. Я так подумал, мне на бодмейта плевать. У меня же теперь тейка им с талантом будет давать 40 брони. Броню? Ну, кстати, да. Да, мне плевать на бодмейта. Не забывать нажимать. Ой-ой-ой. Они как-то в топ перетянулись, да? Да. Давайте убьем тут... этого Ксара, он что-то на фрифарме слишком долго сидит. Да, за него много заплатят. Хорошая идея. О! Кое-кого другого. Но нам нужно... Ладно, это... Рыкарь. Ой, чё, убил птицу! Кабан подставился, зараза. Так, что там, нормально? Нормально. Я только расстреливаю это пока что. Я думаю, у них закрались подозрения после вот этого. Дейдаус обычный. Дейдаус базовый. Так, мы что хотим видеть на селедке? Блин, сейчас после медаса спустись, пожалуйста. Ну, главное так, чтобы ты всегда мог накинуть на врага. То есть ты не бьешь, ты просто крутишься, залетаешь и дебафаешь всех. Такая задача. Мы торжана хотим. Все, как я люблю, нормально. Меня сбивают прионы. Купили зачисто и... Ну... И просто раскидывай метки, и все. Так, прыгнул, задебафал, отбежал. Прыгнул, задебафал, отбежал. Возможно, какой-нибудь фокстарчик в будущем пригодится до той же селедки, потому что в один момент они смекнут, в чем дело, мне кажется, и захотят нас схватить. Так, там, кстати, мне... Я после елок. После елок. Здесь на меня видели? Ахчит делает, фрион. Да, душечку. О, смотри. Тут дракончик. Давай. Я в ренже, если что. Да, извод хую еду. Первый пошел. А, я понял. Маны только. Ой, успел. Ну, этого. Я дал мне стармор тоже. Я жив уже. У него слишком много. Я дал тебе большой. На крипа накинул ульт, у него ульт. А, нет. Не, ну они что-то обнаглели. Ой, Укса напал. Ничего, ничего, здесь. Где-то. Здесь он торгует просто. Сейчас там минус армор блокера. А выйду. О, тихо, тихо, тихо. Где? Он скинулся. Он скинул себе дебаф. Ну ладно. Дедуля, чувствую себя хорошо. Нормально, нормально себя чувствую. Надеюсь, это герой был отсылка. О, там руна потрясающая. Можешь медведя подстрелить? Думаю, да, но без минус армора его не убьет. К сожалению. А, нет, убьет. Я за опытом его больше ищу. Фахтуна. Подфахтила. Подфахтил тебя. Еще пачка снег. Че это ты тут? Че, две крысы? Че за баба? Банда крыс, ну фаски тоже приятно, но мне больше две крысы повезло. Блять, одна от старости подохла. Так. Я, наверное, отключу это. Телеграм. Сори, ребят, это у меня было. Так, все, рапир есть. Рапирка есть. Скорость атаки взять или тейка им? Ой, ч ты делаешь? Он моментально умер. О, да, рапира уже. На месте. Вторая рапира. Так, все, у меня баф есть. А когда что сейчас снег, смотри? Да, да. Нужны лапки сикеры. Я подхожу. Не успел выйти. А знаете, что проблема? А да, я его не видит. Да пускай с нами летает. Мана заканчивается. Ну, уф, колечко дал. Найс. Нормально. Вот с арканчиками не пропадешь. Ты чего гоблина загнал? Да и чё? Чё он так болезнен какой-то? Чтоб не учился, добил его. Добрый гоблин, а с них деньги стакаются? Пойдем искать героев. Не, не так. Стакаются. Да, Дига нет. Ахчида нет. Кабан. Лежит. У меня вот сейчас лотос будет, чтобы накричать не могли. И все, они максимально доджи. Стоп, подожди, я же продал.
Боятся дедушку. Фарион что-то несется. Вашу центральную башню атакуют. Меня ништяки дед сказал, кстати. Смешно. Мне кажется, они... Со все. А, ну пойти прогуляться. Сопротивление закончилось. Не, я думаю, они как-то фармится. И напасть. Сплитит, да? Можем его принять. Да вот что-то мне лень ради него одного лететь. О, тихо. Ладно, подключаем просто. Ай-яй-яй. Не дотянулся. Он на катапульте нажал. Да, я мискликнул, а потом уже не смог. Нужно попасть. Так, сейчас. Так, какой у нас заклинаний? Так, пусть последу больше урон заклинаний, у меня же канда магическим дэмэджем идет, правильно? Правильно. Застанил двоих? Беги, дедушка. Надо просто я еще 6 армора накидываю. Ну так, ну, я убиваю только тех, на ком минус армор. Всех пощелкать не смог. Ого, Егорыч полетел. Валяю! Опа! Ебать его убило. Братишка, ты... Ай! Рабочая демон. Так, я что-то не накинул, да, на локера? Там хватает. Как не грозно. Ай-яй-яй-яй. Класс, как с тебя ультимейт? Три. Нам вышечки раздали. Мы вроде когда в прошлый раз записывали, насколько рано получалось. Ну тут прям... Короче, так и было много, ребят... один быстрый. У нас получается еще у ребят рейтинг достаточно высокий. То есть, Никита, у тебя сколько на мейне? 5500 сейчас. 5500. И у Дани тоже где-то... Сколько? 5 с лишним. А, 7. 7? Ну, 6, 700. Дани спортивный человек такой. Психи. Короче, я думаю, если раньше у нас там рейтинг значительно меньше будет, то сейчас, я думаю, нам надо уже на легендах идти записывать. Блин, на самом деле все новое, эхо мы тебе будем на легендах записывать. Мое родное болото. Так, ну что, я готов даже будет лучше. Аганима быстрее. Страты здесь фуры эффективнее. Ура. Да он пока вот... Улетел. Знаете что, а если я... Если кто-то подойдет к терзателю, я выстрелю в терзателя... А, я сам сдох. Ну сейчас хотя Талю нет... надо позвать. О! А есть дебафнуть на Асвардане? Я больше на хотя подожди, о, я знаю, где он. Светили, Санёк. Хотя, да, я там далеко. Я лучше... Что так вот. И этого тоже. Там уже все заканчиваются. О, ты тут не закончился. А, ладно, мисс ломал, ты видел? Бафов не было. Там нейтралка у него, на 100% мисс. Так, ну что, на медном огне тогда зажарим его, пожалуй. Пошла прожарка. А я сейчас поставлю глубокие варды к ним под Т4. Нет, не надо варды, нет. О, мама, ты моего светился, Лёк? Помог ли ты с кем машиной? Ну, нет, мне магия возбегнулась. Ну, он помог по-любому, но он в КД был. Он так морально помогал. Чисто армлет переключил. Знаешь, когда армлет переключаешь? Бля, он опасно теперь стрелять, Санёк. Да нормально. Будем его станить просто первым. Я бегу. Ну как бегу, я долго еще буду подходить. Начинаю минус армор пока стакать. Два, да. Так. Мне кажется, сейчас там масса покупок бэдмейлов начнется. Так, тут нет. Тут есть. Тебя да Фурыч. Ну, Фурыч что-то знает в этой игре. А, вот такой. Легенда, да, это вход у них, главарь банды. Надо форсы купить, чтобы деда вот так двигать. Да, я смогу. Да. Сука, ты... О, да как он скет поставился. Это мы все о персонаже говорим. Ай-яй-яй! Убежал. Так, надо посмотреть, какого бога там под кассом. Есть дадик? Да, его нету. Так, а Санёк,
Вот. А если что, не страшно? У меня и форс есть, и юла есть. Если залетит, не страшно. Может, без боковых? А что, да, у меня лотос будет. Так, готовы рапиры подбирать? Да, готовы, да. Ну, фурион. Да фурион хочешь? Хочу хуить фуриона. Поехала. Ха-на-на. Я рассчитал. Летит. Не бойтесь. Все, заканчивается. Это был байт. Вот их байт. Следующий. Далее, байт и конем. Выталкивай. Ай, не хотел. Минус арбор накинуть. Нам нужно просто еще одна рапира. Где там пуля у тебя? У тебя со скайка умка. Блять, я точно со скайка сдох. Мы разделим, Санек, А можно без таульку? Да. Не смотрю даже. Так, умираю со скайка через 3, 2. Сука. Не. Все схвачено. А я хотел. Ой, я, кстати, тоже ничего не пишу. О, полетел френчик. Будет моего обратно. Нет! Пошли, второго тоже будет мэп появился. Сука. А там когда будет мэп? У Фреона когда было? Я спас Родира, я уношу его. Я в инвотика стрелял, в инвотик купился, тоже будет мэп, сука. Я могу Кримсон выйти. Но я сейчас периодически нахиливать буду. А Кримсон не думаю, что поможет. Он же, получается, только одну точку снизит, ну, которая мне будет отражаться. Или как? И Кримсон вряд ли поможет от Бодмейла. Там же барьер. Да, там, вот я тоже про барьер думаю. Там барьер. Кримсон дает барьер? Ну да. Он же пока... Саня, что тарапирки не забрал? Я же скинул тебе их на базе. А. Ну, пожилой забыл, блин. Пипец, я не забыл. Обратно. Такой ягод не принести. Побежал. Снайпер через скорость. Было бы прикольно, если бы ПТ на ловкость давало бы больше скорости бега, чем ПТ на интеллект. А раньше такое же было, так. Ну да, когда ловкость повышала сквозь бега. Когда ловкость вообще в целом скорость передвижения. А что сила давала, кстати? Сопротивление. Это была имба. Это помнишь, Тини, кажется, еще у него там был какой-то талант или что у него был на сопротивление эффектом. И ульта давала. По итогу у Тини было 50% сопротивления эффектом. И он еще с Ancient Yasha покупал, да? Ну да. И там еще у Сатаника ходит, так это тоже дало с определенным эффектом. Получалось, что персонаж нельзя было остановить. Кстати, можно записать, знаете что? Тини через сквозь атаки. Мощная штука, я вам скажу. Стримах ручки понаваливать. Да, вот так там еще есть талант на снижение, уменьшение замедления сквозь атаки от ультимейта. Метелкой подметать. Да, все. Кстати, опять... Не, это крыс опять преследует. Сталкер какой-то крысиный. Так, ну чё? Сколько там Бодмейла? Сейчас, я бегу. Два Бодмейла. Пока два. Вот это без Бодмейла. Да. Здесь тоже. Сзади. Суки подкрались, падлы. Да и сахите там. Поняли всех? Да. Всех расстреляем. Пошли, а я кого-то не убил. Спасать рапиры. Ой. Да все окей. Рапира. Ребята уже... Победу хотят. Все, пускай валяются. А что, они подбегали? Они подбегали, да? Лево подбери. Подберу. Нет, я подобрал. Убегай. Ненадолго ты их подобрал, судя по всему. Нормально. О, вроде так, контролем. Одна блеклая, другая яркая. Нет, две спасли по итогу. Одна у Шикера и одна у... Егор, я испугался тебя. А я думал, что я сейчас всех по одной расстрелять смогу, но я что-то не получилось. Я кого-то не шотнул. Они нас обошли. Да, у меня кого-то не получилось шотнуть с копейки. Ну, кстати, это, кстати, плохое решение было. Здоровье купить надо. Ульту навешать было не лучшее решение, если у тебя была задача погибнуть. Я только понял. Уволен. Разве нет? Ладно. А Джиншей разве выпадет? А ты не тот талант на 20-м взял на селедке. А, тут я не знал. Убейте меня, пожалуйста. Смотки еще переложили, чтобы легче. Так, ну что, я кометчиво в атаку бегу. Так, а как мне так в спину зашли? Вот их в инвизе, да? Да, и там принт появился. Аккуратно, Санёк, на самом деле помощи не прям много на тебя. Да. Пошли с рапирой на торменты разобрали. Давай.
О, нифига себе. Вот это... Я взял нейтралку на сопротивление эффектов. Сейчас не так больно будет. Я думаю, мне действительно нужны какие-то апнутые его. Судя по всему. От этих ребят. Я собираюсь. Я могу сделать. Недолго. Но там хотя бы на Урсе на Жакира не так. Жакира его предпочел. Ребята. Тут такая, тут такая штука выпала. Ну теперь я точно выживать не буду. Это Сэншн такой? У меня здесь карс еще. Что у меня? Гайз, подскажите, что надо брать меня на силу. О, смотри, Санёк, Санёк. Чего? Так на мэри скушать еще. Еще плюс лапки Сидика. Я думал, без Вартара не хватит. Никита, что ты говоришь? Спрашиваю, ты что за... Да я думаю, что там что мне добрать просто еще на селедку. Селёдка. Шардик купи себе. Шардик? Хорошо, думал об этом. О, Санёчек. Инвокер. Делаешь? Ой. Ну, я боюсь на самом деле. Ладно. Ладно, я уже не боюсь. ПТ на силу, наверное, переключу. Чтоб свасть по силу. Он еще, кстати, Лотус еще покупает на инвокере. А, прям творческий подход пошел. Ай. А ты что откопал? Фаску? А можешь фаской помазать? Мне кажется, это ключевые. Смотрите, Фурион что делает. Наверно, пофиг. Сука, я его ебану сейчас. Нет, ладно, я отменяю ТП. Я подэфу его. Не готов я. Больно же. Сигана Глэс. Так а чё? Блин, ну они сейчас в спину будут заходить, как обычно. Может тогда их просто... Мне сейчас спину залетят. Фурион у нас такая заруба. Я рядом. Так, мне надо крипов этих убрать. Я вам говорю, сейчас с блинка у меня как сак летит. У меня с ним БКБ нет? Не, у меня БКБ есть, я лайн тебе не дам, только форс не смогу разобрать. Доджет. Фурончик нас больше не побеспокоит. Да. Будто специально вышел за доджет. Так, они сейчас маги должны же мякнуть по логике. Кира улетел. Ну он, да, он тебе блинками доджет. Даже вот моего собирается. На ком? На бесте. Ладно. Нормально. А, так вообще ну для меня. А, он еще не купил. Ой, только собирается. Ну, не хватило. Как он выжил? Это опять же талант это. По ютубе это был? А, нет. Он армор себе взял в нейтралку. О. Было опасно. Покажем, покажем Урсу. Нет. Погиб. А, он кинет. Бабуль лезет, что-то мне подсказывает. Я там все куда-то, там вот тут сидит. Ой. Сюльту пришибло. Так, а что мы победу-то даем, ребятам? Давайте отдадим. Фурёна можешь застрелить. Давай. Да, последок. А трон упадет сюда. Давай! Слышь, мне уронут. А, нет, нет, везут. Надо ГГ писать. Больно, больно. Сейчас меня прыгнут. Вау! Или нет? Я умер. Да похуй, ГГ, ты ГГ. Саппорты разбираем. Да. На доброй ноте, так сказать, как раз. Только рапиры выбили, все сразу же. Голубин. Вот он уже не записывает. Не может такого быть. О, страж 4 получен. Откалибровал аккаунт. Между прочим. Ну ладно, ну чё. Походу, таким составом можно реально запускать новую рубрику от 0 до 7 тысяч в плате рейтинге. Паника. Интересно. Ну что ж, ребят, пишите комментарии, ждем ваших отзывов, особенно откликов. Если вот так вот победы будем отдавать, то быстро. Поднимаем очень быстро рейтинг. Надеюсь, еще не все забыли про такой канал, как Goodwin Life. Ладно. Goodwin Life. Все, всем пока, всем удачи.